Всем привет! Продолжаем играть в Tiberion Sun 3 Ярость Кейна. Следующая миссия называется «Перехват». По данным разведки, Тацит находится на территории Китая. Перехватите конвой сопровождения и отвезите артефакт Кейну. Ты не человек. Кейн верит тебе, но я нет. Да, та киберсистема — часть тебя, но он и ты — небо и земля. Но Кейну нужен Тацит, а я верна идее и ему. Я подчинюсь его воле. Мы снова засекли сигнал Тацита. Найди артефакт и захвати его ради Кейна. Вот только в случае успеха, боюсь, ты станешь не нужен. Киборги Синода погубили столько невинных. Мою семью. Надеюсь, ты не такой, как он, и я молюсь за нас. Перехват. По данным разведки, Тацит в данный момент находится в Китае, охраняемый отборными силами чистильщиков. Артефакт уже почти в наших руках, но это самое «почти» может испортить все дело. Насколько нам известно, Совет хочет перенаправить Тацит по морю. А вы прекрасно знаете, что флот Братства, увы, не может тягаться с кораблями ГСБ. Поэтому ваша основная задача – перехватить конвой до его прибытия в порт, забрать артефакт и преподнести его пророку. Вознесение близко, как никогда. Легион, мы обнаружили Тацит и во многом благодаря твоим уникальным способностям. Во славу Кейна. Поступило так. Сообщение. Чистильщики пытаются вывести Тацит. Перехватите конвой, прежде чем он достигнет порта. Так, перехватим, конечно. Доктор Жиро стал весьма уступчив после похищения. Его познания в области жидкого Тиберия вывели наши технологии на уровень, о котором мы даже не могли и мечтать. Кейн тобой очень доволен. Новое задание. Тацит обнаружен. Обнаружен. Так, тут нужно быстренько, в общем-то, вот этих вот ребят остановить. Борт к взлету готов. Строительство. Так, быстренько давайте вот построим. Борт к взлету готов. Я не сплю. Несколько москитов, да, вот, и начнем обстреливать МСС вот этот вот с Тацитом. Борт к взлету готов. Тогда вот эти вот ребятки, они сразу же, да, вот. Обнаружен противник. Объект потерян. Они сразу же начали разворачиваться. Тацит хранится в этом сборочном цеху. Захватите его. Строительство завершено. Так, экспериментальный цех я вроде бы заказал. Строительство. Подготовка. Так, давайте парочку мародеров. У меня кое-что есть. Вперед! Готов! Мы готовы! Вперед! Так, ну тут у нас сколько? Два комбайна. В принципе. Тацит где-то рядом. Я его задержу. В принципе, больше нам. Обнаружен противник. И не надо.
Так, Развертывание невозможно. Разворачивайся же где-нибудь. Развертывание невозможно. Мародер на связи. Новые постройки. Так, готов. Сразу же, в общем-то, строим Мстителя. Усовершенствование выполнено. Мародер, к бою готов. Что видишь? Объект потерян. Быстрее ветра. Так, тут нас начинают уже прям жестоко. Когда в бой, дави их! Объект выносить. Оружие к бою. Выполняю. Все пригодится. Скорпион! Обнаружен противник. Так, ну ничего страшного. Так, ну и нам нужен будет тайный храм. Боевой режим. Жду приказа. Все пригодится. Объект атакует. Усовершенствование выполнено. Я живой. Строительство завершено. Жду. Так, отлично, Мститель у нас уже готов. Доступны новые постройки. Системы в норме. Объект потерян. Жестоко, да, тут... Сразу же идет жестокая атака. Обнаружен противник. Подготовлен. Так, давайте, как всегда, черных братьев и ракетчиков наймем. Мы прибыли. Ракеты что надо? Строительство. Так, построим перерабатывающий завод. Так, давайте, в общем-то... Объект атакует. Они познают страх. Сразу же, да, вот пехоту закинем. Так, тут наш Мститель пускай вот стоит на страже, пускай качается. Обнаружен противник. Так, у нас есть, да, вот, подрыв тибериевой жилы. Укажите цель. Недостаточно средств. Угу. Да, прикольная штуковина. Правда, как бы, так, дорогое удовольствие. Усовершенствование выполнено. Так, отлично. Обнаружен противник. Куда на этот раз? У меня кое-что есть. Где они? Давайте немножко быстро прикроем воздух. Объект атакует. Так, давайте, в общем-то, еще два огнеметных танка построим. Подготовка. Ну и две лучевые пушки для двух наших мародеров. Проапгрейдим их. Огонь, это круто. Лучевая пушка готова. Ресурсов, кстати, здесь не так уж-то и много. Так что, вообще-то, может быть, не стоило, конечно же, тратить на вот эти вот апгрейды, которыми я не пользуюсь. Огонь, это круто. Обнаружен противник. Вполне да, возможно, нужно было поберечь ресурсы. Ну да ладно, в принципе. Понял. Я думаю, что все будет хорошо. Жду приказа. Так, ладно, давайте-ка вы объект потерян. Проводите апгрейд. Это мое. Твое, твое. Интересно. И это твое. Боевые системы активированы.
Оружие. Так, отлично. Я думаю, двух мародеров будет вполне достаточно. Тут у нас сразу же и мститель есть. А, да. Давай добивай. Сопротивление. Обнаружим потери. Так, пускай он раскачивается немножко. Давайте Знаете, еще вот мы храм нот построим. Идет ремонт. Так, химическую ракету можно. А что мне нужно, кстати? Подрыв тибериевой жилы. Да я ж делал его. Давайте еще раз его сделаем. Объект атакует. Блин, денежки, денежки заканчиваются. Да. Шизофрения у мстителя. Обнаружен противник. Да еще. Недостаточно. Правда, средств. Вот здесь вот есть тибериевое поле. Строительство завершено. Так, давайте вот куда-нибудь сюда вот храм нот. Объект атакует. Установим. Так, ну и сделаем, в общем-то, да, вот, угадайте, наконец-то, цель. Вот, подрыв тибериевой жилы. Да, вот здесь вот, да. Потому что, ну, эти, как бы, да, самые умные, тут прям в Тиберии сидят и этот... Обнаружим противник. Жируют себе. Укажите. Так, цель. Давайте распылим тут немножко тиберия. Грядет так, ну я думаю, да, вот нужно будет уже что-то делать. Машина как-то заложена. Действовать. Жду приказа. Курс задан. Строю. Так, а где... Ага, 3000 маскировочное поле. Вперед к победе! Так, видимо, не нужно было Надо прям так жестко растрачивать ресурсы. Касатка. Объект ну-ка, давай-ка. Улетела. Так, ну все равно, да, вот, давайте замаскируем мстителя. Еще не улетает. Вижу врага. Так. Объект атакует. А ты не хочешь сначала как бы в танки пострелять? Я несу искупление. Так, ну уже ветеранство двойное, да, отлично. Обнаружен противник. Так, давайте мы еще раз подорвем тибериевую жилу вот здесь вот. Задание выполнено. Ну почти. Почти. Грядет искупление. Так, вперед. Бой. А вы что, ребятки, как бы не развиваетесь, да? Объект атакует. Я гнев Кейна. Так. Долеталось. Касатка. Да прыгался ты, парень. Бойтесь, псы. Я несу искупление.
Так, это что тут такое, а? Ресурсы добываешь? Давайте сожгем эту вышку. Так, отлично, у нас уже наш мститель-ветеран. Мой палец-пистолет. Наш мститель-ветеран. Так, что это такое? Контейнер с деньгами. Угу. Ну, 1000, как бы, да, тоже деньги. Так, тут он окопался в зданиях, но ничего, наш огнемет с этим хорошо должен справиться. Обнаружен потерю. Так, начнем потихонечку вынос. Укажите цель. Абсолютная мощь. Так, я думаю, начнем вот прям вот вот отсюда, да. Машина войны. Хотя, в принципе, можно и не выносить сопротивление без все вот эти вот силы. Ну, достаточно вот сборочный цех захватить. Но лучше, на мой взгляд, конечно же, действовать осторожней. Так, давайте еще раз подрыв тибериевые жилы сделаем. Обнаружен противник. Боевые системы активированы. Выступаем. С дороги. Так, вот оказывается, вот здесь вот ты свою технику строишь, да? Ну, теперь уже не будешь строить. Угу. И тебе и ты тоже здесь как бы это добывать не будешь. Так, не, пускай эти сидят тут в домике. ГСБшники, мы их оставим. В общем-то, они мне не помешают. Укажите. Так, давайте бахнем тибериевой бомбой. Обнаружен. Ну вот сюда вот, допустим. Если, конечно же, получится долететь. Так, вот здесь нужно действовать аккуратно. Нам как бы, да, вот этот вот сборочный цех... Не долетел. Вот этот вот сборочный цех нам вообще-то нужно захватить. Что вам угодно? С дороги. Бой. Обнаружен противник. Курс заложен. Да чё ты лезешь в эти здания пехоты? Ядерная ракета готова. Все равно же их сожгут. Объект атакует. Только самое главное, сборочный цех не атакуйте, ребятки, пожалуйста. Так, не-не-не, давайте лучше подальше держаться от него. Оставим его на самый конец. Вообще, давайте вот поставим охранную тактику. Ну да, тебе именно сейчас нужно торнадо строить. Так, аккуратней. Сборочный цех нам вообще-то, да, вот уничтожать нельзя. В атаку. Объект атакуют. Умрите, щами. С дороги. Так, заколебал, честно говоря, он своей авиацией. Где-то он здесь, что ли, ее строит? Или где она?
Так, хорошо. Давай, вперед. И с песни. Укажите цель. Так, еще раз подорвем тебе левую жилу. Я несу искупление. Объект атакует. Ага, вот он, аэродром. Выполняю. На все воля братства. Умри. Так, все, нет больше вашей касатки. Вижу врага. Выступаем. Так. Объект атакует. Давайте здесь все вынесем. Бой. Укажите цель. Ядерная ракета. Можно вот ударить ядерной ракетой вот сюда вот. Конечно, не самая лучшая цель для ядерной ракеты, но в принципе мы тут все и так вынесли. Так, хорошо. Что тут осталось? Что видишь? Москит на связи. Ладно. Так. Есть? Давайте, в общем-то, добьем то, что здесь осталось. А потом уже будем проводить операцию по захвату сборочного цеха. Машина войны. Выполняю. Так, вот этих вот ГСБшников не трогаем, пускай они себе сидят. Жду. Иду. Курс заложен. С дороги. Так, все, давай сжигай вот это вот все дело. Искупи свой. Чтобы, в общем-то, у нас не было никаких сюрпризов. Особенно неприятных. Обнаружен противник. Боевые системы. Так. Отлично. На все воля братства. Объект атакует. Внемли братству. Так, ну и электростанцию. Сомнем. Требуется хранилище. Вперед к победе. Умри. Так, есть. Так, давайте теперь зачистим. Да, вот здесь вот я думаю именно нашими москитами, нашей авиацией все зачистить. Ну, потому что здесь нужно очень ювелирно все это сделать. Боюсь, как бы наш мститель своим оружием не уничтожил. Выступаем. Так, это... На все воля братства. Так, не, давай огнеметом, да, выкуривай их из здания. Вперед к победе! Выступаем! Курс заложен. Иду. Так, этих мы тоже выкурим. Обнаружен противник. Так, вообще-то да, вот, конечно же, не очень-то желательно вот освобождать вот эти вот здания от ГСБшников. Ну, в конце вы узнаете, почему.
Конечно же, лучше было бы их оставить. Ну, честно говоря, тут как бы может создаться угроза для именно транспортировки вот этой вот МСЦшки. Обнаружен противник. Так, ну мы тогда вот москитов понастроим. Борт к взлету готов. Ну и у нас, в принципе, да, вот есть призраки. Борт к взлету готов. В атаку. Объект атакует. Так, отлично. Что видишь? Ого. Борт к взлету. Теперь готов. Давайте. Понял. Точечно их уничтожать. Подготовка. Я не сплю. Борт к взлету. Им не жить. Братство верит мне. Борт к взлету. Угу. Призрак готов. Так, отлично. Недостаточно средств. Давайте дальше зачищать маршрут. Так, громовержца мы, в общем-то, уничтожили. Давайте. Так, а вы вообще-то добываете, да? Так, стройка века, да. Так, наверное, нужно будет еще одного техника построить. Далековато ездить, честно говоря. Грядет искупление. Так. В общем-то, МСЦ нам нужно будет сюда вот перевести. Поэтому да, вот я предлагаю, честно говоря, обезопасить маршрут. Призрак готов к бою. Ядерная ракета готова. Жду. Так, а здесь, по-моему, парочку молотов всегда было. Обнаружена база противника. Ну надо же, а? Ага, они как-то вот так вот патрулируют здесь. Угу. Ближе к делу. Так, а ты, да, захватывай эту вышку. Постройка захвачена. Обнаружен противник. Угу. Иду. Искупи свой. Так, чудесно. Жду приказа. В бой. Выполняю. В бой. Так, ну в принципе, да, это была плохая идея гоняться сухопутным юнитом за воздушными. Так, ну мы проверим здесь. Здесь никого больше не осталось, отлично. Мы им устроим засаду. Вот где-нибудь вот здесь вот. Так, москитами. Москитами давайте, в общем-то, отцепим. Объект атакуют. Угу. Попались. Системы в норме. Хорошо. Вперед к победе. Я не сплю. Так, это хорошо, что ты не спишь. Я здесь. Борт к взлету готов. Быстрее ветра. Так, давайте, в общем-то, ладно. Вот здесь вот
Установим кордоны. Так, пожалуй, москитов хватит уже. Хотя, честно говоря, москитов никогда не бывает много. Крайне эффективная воздушная техника, быстрая, дешевая, ну и довольно-таки мощная. Ну, относительно, да. Не дремать. Прячемся. Так. Вроде бы маршрут безопасный. Что видишь? Усовершенствование выполнено. Так, давайте вот сюда вот парочку. Недостаточно средств. Я на связи. Парочку вот сюда вот. Мы вместе. Так, призраки, да? Нас не заметят. Ждем здесь. Я жду. Давайте их, в общем-то, тоже вот установим по маршруту. Под землей. Призрак просто исчез. Нас не заметят. Устроим засаду. Да, с деньгами туговато. Ну, как бы да, можно было бы, конечно же, посланника сюда бабахнуть. Куда-нибудь и сразу же здесь... построить обогатитель. Ну, честно говоря, да и. Что видишь? Как бы фиг с ним, да? Все понял. Я не сплю. Так, это хорошо. Призрак готов к бою. Я жду. Устроим засаду. Так, одного сюда. А где наш... Ага, вот наш техник. Как угодно. Призрак готов к бою. Так, я думаю, можно будет отменить еще одного. Призрака, да, вот так вот. Работа есть работа. Постройка захвачена. Поступило сообщение. Тацит наш. Доставьте МСЦ в зону эвакуации. Что строим? Так, вперед. Хорошо. Бойтесь. МСЦ захвачен. Сворачиваемся, парни. Давайте будем его прикрывать. Обнаружен противник. Укажите цель. Данные обновлены. Ядерная ракета. Вот вам подарочек, ребятки. Блин, не попал. Нужно было чуть попозже выстрелить. Ну да, не попал. Да, нужно было намного позже выстрелить ядерной ракетой, ну. Данные обновлены. Ладно, это по сути и не важно. Так, наша техника воздушная должна будет задержать. Я не позволю тебе соединиться с Тацитом. Новой эпохи машин не бывать. Я не позволю, нет! Я не позволю! Что ты наделала? Я свергла тебя и захватила власть. Ты усомнилась во мне? Как и Киллиан.
Да, и ныне она мертва. Только потому, что я приказала атаковать Сараева. Киллиан отдала приказ. Нет, это я. Я приказала Легиону напасть на главный храм в образе генерала Катар. Зачем? Она стала слишком опасной и могла предать тебя. А ты был просто слеп. И я приказал казнить ее. Увести ее. Допросить. И хватит с ней нянчиться. Нам нужен мир! Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Увидимся, услышимся в последующих сериях. Да, их, кстати, не так уж и много и осталось. Всем спасибо и всем пока!